Привет, дорогие друзья! Сегодня хочу случайным образом выбрать человека, которому отправлю вот такой очень классный мол для цветочков. Участвовали кто хотел. Было 62 человека желающих. Ссылочек на ваши странички было довольно много. Я даже не рассчитывала, что их столько будет. Надо обязательно такой конкурс-подарок еще раз провести. Ну, в общем, давайте выберем среди этих ссылочек уже человека, которому мы отправим. Копирую ссылочку на видео, воспользуюсь онлайн-генератором, который выберет абсолютно любой комментарий. Вставляю ссылочку на видео. Обрабатываются комментарии. И оно сразу выбрасывает любой попавшийся. И я вас поздравляю, Юлия Яцкова. Сейчас посмотрим, перейдем на ее страничку, посмотрим, были условия, чтобы видео оставалось на страничке. Смотрю, видео есть на страничке. И чтобы человек был из Украины, потому что в Россию я отправить, к сожалению, не смогу. Да, Кривой Рог, замечательно. Так что ждите от меня, Юлечка, сообщения, я вас поздравляю. Я единственное смотрю, что вы не заходили с 5 числа в контакт, поэтому надеюсь, что вы все-таки объявитесь и ответите мне. Ждите ваш молд. А с вами был Кекс, до новых встреч, пока-пока.